той, что было, чем нас поминутен. Ставь годы позади, не позабыть оставить за собой то, что будут ставить люди. Мне 26 тысяч дней, что отдал ради цели, мне уже не вернуть. Но это все пролетело, как будто это было дело нескольких минут. Йоу, это Эйдан из Лондона, последний ностальгический. Слушайте цифры. Окей. Мне 26, время пиздец беспощадно. Пролетает мимо меня 25-м кадром, постепенно превращая все дни в календарные даты. Одни календарные даты. Если обернуться назад, то станет ясно, почему я так не верю в чудеса. Ведь я не хотел сумм, если их делал не сам. Время, деньги, я тратил 24 часа, чтобы круз 23-й белые. Вроде бы просто как 2+2, но я не просто это делал, а выкладывался полностью в обмен на то, чтобы надеяться на то, что мне положена победа. Я не верю в удачу, нет, тут 21 не словит никто, так что можно разбегаться подальше, всем, кто не готов отдаваться на 100. И мне говорили кучу раз стабильным набором фраз: опасно перестараться, пикируя в этот фарс. Я услышал, но не сдался. 20-19, я также давлю на газ, и поэтому сейчас я не сплю. На улице минус 18, в смысле 18+. Я пытался не пытаться испытывать судьбу, но я сдался первый раз, не испытывая чувств. Меня прессовали и ненавидели, не признавали мнение лидеры, потом респектовали и аплодировали. Привет, 17-й независимый, все эти люди по ту сторону экрана будут говорить жесть. Но они вшестером сделали один трек, а я могу 1-6. Это все уже доказано. Тот, кто надрывал связки, замолкал всегда обязательно. Они говорили: дядя, тут еще 15 человек на сундук мертвеца, ну и куда тебе? А я 14 лет в игре и чувствую себя прекрасно. Было время, когда каждый день как пятница 13-е, но теперь оно медленно забывается. Все приходит с опытом, кровью и потом. Я понял это на 100% за эти годы. Не каждому дано закончить все 12 подвигов, но это же не повод не попробовать, бро. Задолго до iPhone 11, задолго до того, как это все породилось, задолго до того, как вы были здесь. Мы ставили микро колонкам, если голос громко, это был успех. Полдесятого мы спелись, но нам надо было домой в 9. И мы по 8 миле 7-мильными шагами маршевали до цели. Окей, вычитывали все, что на душе. Каждый был сам себе протеже. Никаких студийных помещений. 6-й класс и 5-й хип-хоп и джей. Окей, 4 года, чтобы выдать что-то. Ежедневно треки по 3 подхода. 2-го шанса не дано, и вот я все еще один себе копаюсь возле микрофона. Ясный так, финал неминуем. Главное, что было, чем нас поминудим. Оставив годы позади, не позабыть оставить за собой то, что будут ставить люди. Мне 26 тысяч дней, что отдал ради цели, мне уже не вернуть. Но это все пролетело, как будто это было дело нескольких минут. Знаете, что рифмуется с пастор на пас? Килограмм простатных лекарств. Пастор на пас, ты не опасный, хоть убей, не просят мяса, оно здесь. У меня даже зубная паста была нест. Мои панчлайны кастомные все. Ты читаешь, будто сейчас 2010. Понимаешь, братан, то, что ты читаешь вот так, это все, конечно, пиздато, но ты с Лиганса опоздал. И тебе не по годам, это абракадабра. Лучше оставь ее нам, бро. И уже останься танкоград андеграундом. Это ведь классная тема, ты ее напрасно забросил. Пастор на пас, захотел казаться невзрослым. Пастор на пас, это мистер Постер до и после. Пастор на пас теряет паству, ну и бог с ним. Это было тяжело, ведь даже не один год пастор видоизменял флоу и препарировал то, что еще недавно называл дном. Но он в поисках бриллиантов по локоть без рукавов. Как итог, где-то 5 лет работ, и это все, что ты нашел. Поздравляю, ты обречен, ты будешь вторичным во всем. И причем раньше за пастором тоже был грешок на твоих флоу. Ярлыки, они из секонд-хенд шоп. Новая школа, не повод, чтоб волноваться. Пастор на пас не опаздывает в классы. Ведь если пару кросс оденет, он не ту. Для него переобуться дело нескольких минут. Еще раз. Новая школа не повод, чтоб волноваться. Пастор на пас не опаздывает в классы. Ведь если пару кросс оденет, он не ту. Для него переобуться дело нескольких минут. Ты понял? Это закономерно.
пастор андердог. Как к нему вольер на несколько минут попал щенок. Это для тех пример, кто рот свой открывал на мой кусок. Ничего личного, сынок, просто кровавый спорт. На мерси, с кем-то терся зох, он от кого набрался. И походу дела меньше батлил, больше дрался. Твой случай, что ты на меня попался. Значит себя плохо вел, ты значит где-то проебался. Вечно второй номер зох, кто бы рядом не был. Это может и неплохо для тебя быть, но не первым. Слышу, тебя звали Сифу, и не трогаю и палкой. Буду убирать красиво вас на классе, на дыхалке. Здесь замеси мастера, среди вас упрямых ботов. Этого не видно сразу, Вася только идиотом. Настоящий создает, чтобы ты переработал. Я подобный слабый стиль, как все называю, мертвым. Murderer, убийца, встань на несколько минут, ты потерял сознание. Murderer, убийца, встань на несколько минут, эй, на несколько минут. Murderer, убийца, встань на несколько минут, ты потерял сознание. Murderer, убийца, встань на несколько минут, эй, на несколько минут. Что случилось с вами, MC, вечный жит раздает шансы. От ума куплет, дух это пространство. Это мертвый рэп от псевдоинтеллектуалов, псевдоиностранцев, засоряющих ваш мозг своей ненужной информацией. Это танкоград, мудил и пастор, не махал кадилом. Его слово острый меч для невнятного терпила. Я хочу предостеречь, чтобы ты не ехал криво. Будет сеча, будет мясо с кровью без аперитива. Точно не входило в твой план, но ты течешь из открытой свежей раны. И только одного хочешь от этой драмы, как и другие реки слиться с океаном. И это точно не входило в твой план, но ты течешь из открытой свежей раны. И только одного хочешь от этой драмы, как и другие реки слиться с океаном. Murderer, убийца, встань на несколько минут, ты потерял сознание. Murderer, убийца, встань на несколько минут, на несколько минут. Murderer, убийца, встань на несколько минут, ты потерял сознание. Murderer, убийца, встань на несколько минут, на несколько минут. Твой рэп хуйня из-за тебя, йо, пастор, на последний раунд. 17-й независимый, ай-яй-яй-яй-яй.